Я не знаю. Да, наверное. Я схожу поищу. Спасибо, сенсей. Кай, ты чего это? В смысле? Зачем? Не нужно было. Хорошо, давай. И извини, что тебе приходится идти со мной. Ай! Ты чего это? Хорошо. И еще раз, спасибо тебе большое. Кай-кун! Кай-кун! Да, ничего страшного. Сенсей все равно ничего не услышит. Не будь занудой. Я хотела сказать, что ты молодец. Ну, за то, что ты вызвался помочь Юке. Я бы и сама пошла. Но ты же знаешь, меня бы не отпустили. Не за что, Кай-кун. Кстати, ты сегодня свободен? После уроков я бы... Хотела сходить с тобой кое-куда. Ах, вот как. Ну ладно, тогда в следующий раз как-нибудь. Привет, Кай. Вы с Юкой в начале урока отходили, стул искать. О, вот как? Хорошо. Ну да, искать именно ее стул пришлось бы долго, так что вы правильно поступили. Да не за что. Да, конечно. Я помню, не переживай.
нас сегодня карри на обед. А что? Снова у нас обедать собрался, что ли? Эх, ну вы даете, конечно. И спасибо за сегодня. Это точно. И еще. Я видела, как с тобой Сакай-сан говорила. Ну тебя! Привет, Минори. А как ты тут быстрее нас оказалась? На последнем уроке был тест, вот и смогла уйти пораньше. Какая ты молодец. Дай поглажу. Бе-бе-бе, а вот и нет. В прошлый раз тебе повезло просто. Ну ты и Бука. Да ладно тебе, Кай. Не обижай Минори. Быть в себе уверенной важно и полезно. Бла-бла-бла. Кстати, Минори, а ты маму не видела? Рин-сан скоро придет. У нее последний клиент остался. Я уже стол накрывать стала. Давай я тебе помогу. Хорошо, идем. А мы Зануто не звали. Братик, алло! Пошла звать Рин-сан. Привет, Кай-кун! Юка рассказала мне, как ты сегодня ей помог. Спасибо! А может, и не только друзья? Я бы хотела, чтобы Юка стала моей сестрой! Хватит разговоров. Давайте уже есть, а то остынет. Смотрю на тебя и вспоминаю Юку в детстве. Она тоже часто язык обжигала. Не слишком пресно? Вот перец, если что. Кстати, сегодня Юка готовила. Наверное, поэтому и вкусно.
мама! Давай лучше ешь. Хорошо, хорошо. Кстати, а о чем вы это говорили? Чем это братик мог помочь Юке? Но благодаря этому мы смогли пропустить половину урока истории. Там всегда так скучно. Их Сато-сан ведет? Да, они и правда очень скучные. Ой, то есть... Я хотела сказать, все уроки важны, и пропускать их нехорошо. А мне рассказывали, что ты, мам, бывало и 3 первых урока пропускала. Это просто время другое было. Какое другое? Вот такое, неспокойное. Задирали меня часто. Рин-сан, вас задирали? Это как? Кто-то за хвост дернет или юбку стянуть попытается. Их для нас тогда на застежках делали, а не как сейчас, с новым кроем. Поэтому спадала она очень просто. Ну да, у нас сейчас такого точно нет. Минори-чан, Кай-кун, передайте привет своему папе. И вот, я вам карри положила. Поешьте вместе. Только и для Акио-сана оставьте. Черты несешь, братик! Спасибо. Ну все, иди. Да, до скорого. Папу ищу. Блин, ну вечно он опаздывает. В таком темпе он на Рин-сан лет через 10 женится. Нет, конечно, я еще маленькая для таких дел. Кошки и парни растут быстрее, а я-то человек. Кстати, я рада, что ты наконец-то поступил как мужчина. Но я про сегодня. В школе ты вечно ведешь себя так, будто вы с Юкой не знакомы. Боишься, что тебя тоже начнут обижать, верно? Но сегодня ты поступил правильно. Наклонись. Молодец. Прием!
холодно. Поиграем в приставку до прихода папы. Сделаем после ужина. Мы это еще посмотрим. Я вернулся. Хорошо. Давай я икари съем и терияки. Я как раз сегодня пообедать не успел. И передашь спасибо Рин-сан, хорошо? Нет, нет, никаких планов. Передай ей, что я обязательно зайду. Девушка, мне нравится, когда им напрямую не говорят. Лучше сам сходи, пап. Да, ты права. Прямо сейчас пойду. А, да, мужчина. Хорошо, я постараюсь. Ой, а я могу перед работой к ней заглянуть. Она же рано встает. Отлично!